«Береги природу, сортируй отходы». Такой экоурок для студентов Щелковского колледжа провела партия «Единая Россия» и «Молодая гвардия» совместно с региональным оператором «Хартия». Что у нас было, по сути дела, на протяжении многих десятилетий? Мы мусор собирали, или сейчас законодательно говорят «отходы», они разные, твердые коммунальные, строительные, и грунты медицинские. Все это свозилось на полигон твердых коммунальных отходов, или просто свалки, как мы назвали, и закапывали землю. Серьезные изменения в системе обращения с твердыми коммунальными отходами начались несколько лет назад благодаря мусорной реформе. Ликвидировать незаконные свалки, сократить количество мусорных полигонов, увеличить объем переработки отходов – основные задачи. Мусор – это все-таки то, что свалки берут в удачи. То, из чего нельзя делать что-то полезное и нужное, а вот отходы можно переработать. И компания «Хартия» занимается тем, что она собирает отходы и транспортирует их. Но желательно, чтобы она транспортировала отходы, которые отсортированы. Один человек в среднем выбрасывает свыше 400 килограммов отходов в год. Несложно догадаться, к чему мы можем прийти, игнорируя раздельный сбор мусора. Перейти на него не так сложно, было бы желание и, главное, понимание, для чего это нужно. Отделяя пригодные для вторичного использования отходы, можно значительным образом сократить расходы на вывоз мусора, вернуть в промышленный оборот материалы, но главным здесь остается вопрос экологического характера. Словом, береги природу, сортируй отходы. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.